Одного взгляда не хватит. Материалы, детали, образы необычно и непривычно. Мастера говорят, выставка приехала не с простой земли, с той, что бережливо сохраняет свои архаические шаманские верования. Мифологические образы, наши легенды, они нас вдохновляют, и они неисчерпаемо важны для нас, потому что это кладезь народной мудрости, национальных традиций. Она действительно как подпитка для любого художника, для любой идеи, для претворения и визуализации этих образов космических. Мастера используют исключительно природные материалы. Конский волос, металл, войлок, дерево, кожа. Они убеждены, такой мощной энергетикой обладают только вещи, созданные природой. В целом же выставка – это свод трех композиций, как прошлое, настоящее и будущее. Легенды и мифы, которые выразились в декоративно-прикладном искусстве, в живописи, в графике. И мы хотели бы вот соблюсти как раз-таки традиции, преемственность. Сохранение, наверное, и приумножение. Вот все то, что было накоплено годами нашими поколениями, да, вот старшего поколения, которое сейчас мы продолжаем, сохраняем. Да. Авторы говорят, с такой полновесной выставкой в Улан-Удэ приезжают впервые. Официальное открытие пройдет уже завтра в художественном музее имени Сампилова. Ксения Шабаева, Сергей Костенко. Новости дня.